Здравствуйте, на волнах Финам ФМ Парадокс с Игорем Витерем. Я Игорь Витарь в гостях. У меня руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Как сказал Степан Демуров, встреченный мной в коридоре, продолжаешь ты свою марксистскую пропаганду. Да, продолжаю. Говорим мы честно в эфире. В общем-то, если вы заметили, мы действительно в последнее время как-то у нас такой левый крен образовался в нашем эфире подряд несколько гостей а, были вполне такой марксистской ориентации а, ну, в общем цитирую Василия александровича олешковского не бродского один из них был левым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем. Так что левый уклон, правый уклон закончится все одинаково. Но так что мы пока со своим левым уклоном и пообсуждаем, будем обсуждать сегодня с Василием, что же происходит с экономикой Европы. И телефон нашей студии, напомню, если у вас есть мнение по поводу того, что происходит с европейской экономикой, 6, 5, код города 495, ну, либо традиционно на страницах нашей программы на сайте Финам. Fm. Василий, я знаю, что вы последние годы прожили в Греции более пяти лет, поэтому начнем с Греции. Весь прошлый год, часть этого говорили о том, что Греция, именно Греция сейчас станет у нас таким детонатором новой волны кризиса, именно из Греции пойдет новая волна. Все было плохо. Потом, все с надеждой посмотрели, ну когда же Испания, Португалия, Италия все тоже было плохо, но как-то все, по крайней мере, из России незаметно. Ну и единственное, что нас относительно подкосило, тоже относительно греческая темы это Кипр. Да, безусловно, Кипр сыграл немаловажную роль в развитии российских проблем или как это у нас пока называют застоем, паузы роста, да. Но Гре Греция не стала, скажем, такой вот. Главная проблема Европейского союза, она скорее распространилась, то есть греческая или испанская болезнь, как ее называют, она распространилась на сегодня на всю Европу практически, то есть и на Францию. Единственный, кто пока остается более-менее в стабильном положении, это Германия. И мы видим, что кризис в Европе стал не греческим, не португальским, а общеевропейским и это как раз новая а где, тема а где мы это фактор? видим вот в чем кризис который сейчас происходит в европе ну как бы люди не голодают я в греции он был там в разгар кризиса ну нормально по прежнему наглые таксисты которые умудряются курить непосредственно в такси вот такого я вообще нигде в мире не видел не спрашивая даже а, все лениво все расслаблено. все в общем то относительно довольны ну видел пару демонстраций но не более того при этом что меня поразило в свое время да, это отели в греции Цены не снижали, а наоборот, как бы. То есть реакция греков на кризис на уровне туриндустрии, ну хорошо, мы потеряли здесь, значит, мы тут бац, там цена в отеле за по 300 евро за ночь. У меня же челюсть отвисла от такой наглости. То же самое приезжаешь в любую другую европейскую страну. Ну, виден, да, кризис, наверное, есть. В вот, манифестации на улицах видел. Но так по-прежнему забиты рестораны, по-прежнему жизнь идет. Где катастрофа? Ну, давайте скажем честно: люди голодают. Это где? В Греции. Uh -huh. И сейчас во многих районах ведутся сборы пищи, продуктов для поддержания семей, в которых уже нечего есть. Это... А в каких районах Греции? Ну, ну в, в районах, в крупных городах, в Афинах, например. Я сам это видел, неоднократно видел, как пикеты общественных организаций, ну, таких вот местных но организаций собирают. В Москве это происходит, доктор Лиза собирает для... Да, Ямала но в Москве нет 30% безработных, и в Москве нет такого снижения оплаты труда, ведь феномен Греции в том, что с высокого уровня достаточно, достаточно развитая европейская страна была просто обрушена в такую бездну экономических и социальных проблем, какие, в общем, казались невероятными. То, что, например, в Болгарии все бедно живут, это все и так знали до кризиса, и после кризиса это осталось точно так же. Но в Греции жили более-менее нормально. Единственное, Но что, что вы... жаловались подождите, на... Подождите, подождите. Что, что вы поднимаете под более-менее нормально? Во-первых, люди жили непосредственно. Да? Государство тратило те деньги, которых у него не было. Во-вторых, ну, в общем, развитой страной Греция, ну, с точки зрения туризма, отчасти сельского хозяйства, может, и была. — ну, В туризм жизни... и сельское хозяйство — это постиндустриальная экономика, то, что нас сейчас называют. Ну, минус сельское хозяйство, да? А, так что тут, что касается цен, то это, конечно, вот вы сказали про цены в отелях, то это вопрос, на самом деле, к, тураг... к вашим турагентам, потому это что у меня многие нет, отели я, я похож на человека, который через Ну, мы отдыхали и за 40 евро ну, это, номер видимо, и за вопрос апартаменты вы... и так далее. — Вы истинный есть, марксист, снижается. а я все-таки, видимо, нет. Я все-таки предпочитаю иногда буржуазные... Но дело не в этом. А вот сколько я я скорее придерживаюсь вашей позиции, со мной наоборот люди с другой стороны баррикад. Сколько? Uh -huh. Ну и что, что, в Испании в той же 50 безработицы среди молодежи? Да и бог бы с ними. Никто на улицах не голодает, никто не умирает и вообще мы не, не увидим испанских гастарбайтеров в России, да? 25 безработицы среди взрослого населения. Да и бог с ним. Но ну, я действительно не видел в Испании голодающих. Потому что вы там не жили. Потому что когда приезжаешь отдыхать, ты видишь совсем не то. А как сказал один турист, да, вот... Не путайте, вот, когда мы отдыхали с на Пелопонессе, значит, из Чехии, он сказал, о, я вижу теперь этих греков, они ничего, они ничего не делают, они сидят здесь и пьют кофе. Я говорю, извините, это курорт. Здесь все отдыхают, в том числе и греки. Поэтому предъявлять им претензии здесь, на, на мой взгляд, необоснованно. Да Но когда оказываешься в обычных там, спальных, да, как это у нас говорят о районах Афин, только дома там не такие большие, как в Москве, то сразу сталкиваешься с целым рядом таких проблем, например, как безработица, как из, проблемы у тех же самых кафе-ресторанов, например, шашлыки по одному евро. Это то, что было в Греции до кризиса невообразимо, но рестораны пытаются хоть таким образом привлечь людей. Я имею в виду рестораны низшего класса, то есть шашлычные, традиционная греческая mm, кухня. Сувлаки. Mm -hmm. Да, сувлаки. Сувладжидика и... Это ответ на как раз проседание спроса. И, конечно, люди экономят, и оплата труда сильно уменьшилась, и многие компании ликвидировали страхование, которое они обеспечивали гражданам. Но проблем на самом деле очень много, и это все, безусловно, результат того, что Греция очень крепко села или вошла в Европейский Союз, потому что до того, как Греция стала членом Европейского Союза, ее экономика была более сильной, и таких потрясений она, в общем, не испытывала. Вот тут я с вами полностью соглашусь, кроме того, что экономика была более сильной. Она была, может быть, более слабой, но при этом она была и более независимой. Да? То есть люди могли сами регулировать собственную экономику. Она была менее туристической, в ней был гораздо более развит аграрный сектор, гораздо сильнее был вывоз сельскохозяйственной продукции, существовали Такие направления, как, например, выращивание хлопка, которое было как раз Евросоюзом практически убито. То есть было даже производство собственных холодильников вещь для современной Греции невообразимая, где по лекалам как раз ЕС построена так называемая постиндустриальная экономика, грубо говоря, туризм и сфера услуг. И больше ничего ну, а там, давай, торговля. Давайте разберемся. Вы знаете, я в таких случаях люблю в общем. Помните, был такой английский философ Бертон Рассел цитировать, который говорил, что Ньютон, ну, по крайней мере, так считают. Объяснил, как яблоко упало на землю, не задумываясь над более важным вопросом, а как оно там оказалось. Давайте попытаемся понять, как Греция и Европа оказались в этой ситуации. А зачем Греция пошла в Евросоюз? Зачем Евросоюзу была Греция? Как случилось так, что, как вы это называете, греческая или испанская болезнь, хотя, на мой взгляд, тут абсолютно разные причины болезней, распространилась на всю Европу? А главное, чем сердце успокоится. Мне вот интересно, я сам был в числе алармистов, которые, схватившись за голову, кричал, все пропало, сгорел Колобуховский дом. Однако как-то... Э, ситуация, наверное, внутри страны, я, может быть, с вами не до конца, но соглашусь, не очень хорошая. Но, в общем, в целом в Европе и в мире, и в России этого не чувствуется. Кричали о том, что Греция как домино, сработает как эффект домино и обрушит всю мировую экономику. Ну, по крайней мере, европейскую и около. Ну, кричать можно о чем угодно. Что касается России, то здесь люди просто не представляют себе, что такое безработица. И в этом как раз наше отличие, приятное, на мой взгляд, отличие от Европы, где никогда не было таких проблем с занятостью. Вот сейчас уже даже а, итальянцы работают в пиццериях в Польше, то есть есть такой феномен. И греки тоже, многие эмигрируют. Не только ищут. в Польше, вот позавчера видел, извините, в Москве в Астерии итальянских официантов. Ну вот видите, как как европейские, итальянские проблемы в экономике сказываются на московских пиццериях. Греки эмигрируют, многие уезжают в Новую Зеландию, уезжают в Соединенные Штаты, кто может. Понтийские греки некоторые едут в Россию, кто-то едет в другие страны, где, он, ну, то есть, где можно с сознанием русского языка как-то устроиться. Ну, вот я знаю, что люди едут, ехали работать там, в Волжский регион, квалифицированные работники, то есть такие вот вестербайтеры, да, вот, mm -hmm. которые сегодня проявляют интерес к России и Радуется, что еще куда-то можно поехать, потому что в Греции у них просто нет работы. Но тем не менее, как Греция оказалась в этой ситуации, зачем Евросоюзу была Греция? Как рынок сбыта? Евросоюзу Греция была, безусловно, нужна, как ему нужна была вся Европа. Его интересовал рынок. Но, не прежде всего, не рынок сбыта, а скорее как рынок финансовый. И Евросоюз изначально отстраивал проект финансовой интеграции. То есть, на самом деле, все объединение Европы, по большому счету, сводится к финансовому, финансовой интеграции, потому что границы открыты, а многие отрасли погублены. Единственные, кто более-менее что-то выиграл, это как раз страны севера Европейского Союза, еврозоны даже. И Греция в, этой, в, общем, в этом проекте не участвовать не могла, тем более, что существовал интерес со стороны ее собственного капитала, и, а какой был интерес у греческого капитала? Ну, интерес войти в более, в более крупные интегрированные проекты, получать больше прибыль, а больше инвестировать на Балканах, будучи при этом младшим партнером в рамках европейского а союза? А что мешало Греции инвестировать и так? Ну, кто мешал капиталу спокойно перемещаться через границы, не в рамках европейского а союза? Я думаю, что в первую очередь мешали те изменения, которые произошли в мировой и в греческой экономике после кризисных 70-х годов. А когда, в общем-то, греческая экономика стала быстро меняться, например, стал усиливаться туристический сектор, угу. а, были достигнуты в результате определенной договоренности в рамках ЕС об ослаблении сельскохозяйственного сегмента, какие-то промышленные предприятия были ликвидированы в Греции, как-то то же самое производство а холодильников. А вот зачем? Вот за... ну, вот а за... я зачем думаю, это здесь... было нужно а грекам? Я думаю, что ну, грекам это очень абстрактное понятие. А обычным грекам, конечно, это не было нужно. И они весь период даже экономического роста ворчали на том... о том, что значит теперь они оказались поколением 700 евро и... Оказаться... После выпуска новостей да. не возражаете, Василий. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это парадокс с Игорем Витром. В гостях у меня руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Обсуждаем европейскую экономику. Василий. А мы остановились с вами на том, что у Греции это тоже неоднородное понятие, как бы интересы у каждого слоя свои. Так вот, зачем было правящим слоям, как бы тем людям, которые в Греции находились у власти, сдавать собственную экономику? Ведь это все просчитывается на раз-два. Я понимаю, что вопрос риторический. Я не думаю, что они сдавали собственную экономику, они ничего не сдавали. И я просто приведу один нашумевший в греческой прессе пример еще до кризисной, когда один из работодателей и фабрикантов решил перенести производство в Болгарию. И он на собрании своих наемных работников сказал им, там, друзья, экономические условия сегодня таковы, что мы переносим производство в Болгарию. Но теперь я не хочу вас увольнять. Пожалуйста, переезжайте в Болгарию. Правда, заработная плата ваша будет не 800 евро, а 150 евро. Но вы сохраните рабочие места. Конечно, люди были в ярости, там был, был конфликт трудовой, но в этом как раз суть тех процессов, которые коснулись Греции на протяжении 80-х, 90-х, 2000-х годов. Капиталы, иностранные инвестиции, как они пришли в Грецию, вот, скажем, 80-е годы, так они потом и ушли. И греческий капитал участвовал в этом процессе, в процессе вот этого кочевания, так да, кочевья или миграции капиталов, когда они искали более дешевые рынки для прямых инвестиций. Что касается Греции, то туристический сектор в этом, в этом плане мог развиваться и развивался. Но а подождите, вырос подождите, строительный подождите, сегмент. Подождите, подождите давайте, давайте разбираться по пунктам. Допустим, да, ну, вы капиталист, да, вы действительно вы считаете, что вам выгоднее перевести производство в Грецию или вообще в Болгарию, простите, или вообще в Болгарии закупать продукты и продавать их. Согласен. С точки зрения человека, который владеет собственной фирмой, его прибыль это святое, если человек социально ответственный, конечно, так вот подумает о своих возможностях, либо сделает какие-то другие преобразования. Но, ну, в общем, картина ясна, да? Это мы примерно то же самое, что а, делали Соединенные Штаты, а за ними весь остальной мир, производ... перенося производство там, легкой промышленности в Китай. Правильно? Да. Правильно. Картинка примерно одинаковая. Но государство-то должно подумать. Одно дело майки шить в Китае, а другое дело продовольственная безопасность страны. Государство же должно понимать, в том числе и Россия, вступая в ВТО, ребята, о чем мы вообще делаем? Мы же сельское хозяйство добиваем уже. У нас не будет сельского хозяйства. И дело не в том, что если завтра война, если завтра в поход, я понимаю, что если там, не будем прибегать там, к алармизму, действительно, не будем считать, что завтра нам перестанут продавать продовольствие, но ну, может экономическая конъюнктура измениться, и мы не сможем себе позволить этого продовольствия. И вот тогда кранты, а у нас нет собственного сельского хозяйства, у нас нет собственной продовольственной базы практически. Да? И вот греки, они о чем думали? А, ну, греки простые думали о своих насущных проблемах, а что касается государства, то оно играло не на стороне населения в этом смысле. Mm -hmm. И, конечно, оно и продолжает играть в этом, в этом, в этом, же, там, в этом же поле. А, при том, что... А сейчас фактически идет изъятие средств из из греческой экономики и отжатие сбережений у населения для поддержания ст финансовой стабильности не столько в Греции, сколько вообще в Европе. И как только правительство добивается каких-то вот здесь вот там, в этом плане успехов, а мы видим, что и рейтинг Греции международный снижа э, не снижается, а повышается, и ну, появляются какие-то успокоительные речи. То есть главная проблема с точки зрения европейских банков она, получается, решена ни о каком устранении долга речь не идет. Более того, само создание долга тоже было инструментом предоставления определенных выгод банковским группам. Ну, то есть, на самом деле, ситуация была такая, что Германия с Францией условно кормили, давали грекам деньги на то, чтобы греки закупали их собственные товары. Я имею в виду товары немецкие и французские. Северная Европа такая, условная Северная Европа. Загоняя Грецию все большую долговую яму. То есть, примерно ситуация описана в старом неприличном анекдоте, ну, давай, давай, вгоняй меня в долги. Греки позволили себе тот образ жизни, который они не могли себе позволить без этих кредитов. В результате, когда настала пора расплачиваться, как с любой пирамидой произошел крах. Я правильно излагаю? А ну, и с той разницы, что тот образ жизни, который как бы они не могли себе позволить, они могли себе позволить. И скорее они несли бремя этих долгов... Гораздо, стали нести его Фот. гораздо раньше, еще до того, как ситуация стала выходить из Фот. контроля как, как на могли, бюджетной сфере. Как могли себе позволить? Посмотрите, а ежели греческий бюджет был настолько не неизб... ну, существуют, в конце концов, определенные мастерские соглашения, да? То есть люди, вступившие в этот союз, договариваются об определенных правилах игры. Например, мы договариваемся, Василий, что вы не будете курить в моем присутствии, ну, условно, да? И вы нагло да, сидите нет. и курите мне в лицо. При этом я как-то при особо невеку, а потом начинаю удивляться, что меня, не дай бог, рак легких. В общем, тут со всех сторон, куда ни кинь, всюду клин. У Греции был резко разбалансированный бюджет. Был дефицит бюджета. Был. А дефицит бюджета скорее проявился как проблема, когда начался мощный спад в экономике. То есть, когда упал строительный сектор, а он упал практически до нуля. То есть строительный сектор в Греции был разрушен в, Испании, в первой да. фазе кризиса. А при этом греческое правительство сразу же предоставило десятки миллиардов евро, 36 миллиардов евро, если я не ошибаюсь, еще в 2008 году, субсидий банкам. А только вот за последний год, насколько я знаю, ну, при, за последние 12 месяцев, банки получили еще в разной форме до 40 миллиардов евро помощи. То есть То спасали есть, не реальный сектор, а банкиров? Реальный сектор никто не спасал. Банкиров спасали любой ценой. И когда... Вот греческий этот корабль долга он его совсем пере переклинил, совсем накренился. Это было результатом того, что государство бросило спасать банки, а не то, на чем держался этот долг то есть не экономику, на которой в общем, все по -по -по полагалось. Мы же прекрасно понимаем, что я про как там в место встречи изменить нельзя было. Про маму твою не скажу, не знаю. Папа Шнифер был известный. То есть, вот за строительный сектор Греции не скажу не знаю. А вот про Испанию могу сказать, что там этот сектор был искусственно еще и раздут. Это была обычно, ну, не то что пирамида но тем не менее это был огромный надутый пузырь. Да? А где это был не пузырь, Игорь? Это а, везде был подождите, пузырь. Подождите, подождите. Страна, которая делает часть экономики вот настолько непропорционально раздутый, цены начинают расти и все бросаются туда, это искусственное государство в данном случае. Если во главе государства, по крайней мере во главе экономики, стоят люди вменяемые, должно понимать, ребята, если этот пузырь лопнет, нам вилы. И потихонечку сдувать пузырь. Либо сдувать пузырь, либо отдавать себе отчет, что рано или поздно это кончится. И как некоторые российские экономисты быстро паковать вещи и отсюда сматывать, да? Потому, потому что ну, пузырь же он лопнет, он не может он либо лопнет, либо его аккуратно сдуть. Вот в Китае есть пузырь недвижимости? Есть. Громадный пузырь. Громадный. Огромные стоят незастроенные то есть незаселенные, огромные, построенные, незаселенные. Не то, что дома, не то, что кварталы, города стоят незаселенные. Что делает китайское правительство? Худо-бедно пытается этот пузырь сдуть, да? Как-то своими деньгами вот такую подушку безопасности. Я думаю, что этот пузырь скорее сдует китайское правительство, чем правительство сдует этот пузырь в Китае. Но, а что касается Греции, Испании, то они играли по общим правилам они были уверены в том, что никаких кризисов не бывает. Таких, таких кризисов, которые там тянутся на много лет, не бывает. Таких проблем нет. Как-нибудь, что-нибудь можно будет сдуть. Главное стабилизировать финансовый сектор, финансовый сектор потом обеспечить какие-то, какие бы то ни было, инвестиции, и все потихоньку восстановится. То есть люди действовали в, не, в рамках неолиберальной парадигмы, которую вот сейчас так, а мы так активно критикуем в рамках проекта такого экспертного левого, ну, не левого, да, может, скорее антинеолиберального постглобализации. Uh -huh. а, и греческое правительство было уверено в том, что все будет нормально. Как уверены были практически все, все правительства в Евросоюзе. Ну, тогда вы знаете, мы опять оказываемся в рамках некой дихотомии: либо они идиоты, либо они подлецы. Ну, то есть люди, которые стоят у власти в европейских правительствах. Но есть еще третий вариант: что они знают что-то, что мы с вами не знаем. Да? Может быть, как бы они действительно знают выход из этой системы. Если бы все было рационально угу. в системе капитализма. Кризисов бы, конечно, не было. Но всегда существует определенная анархия, определенная иррациональность. И эта анархия и иррациональность, она порой проявляется и в государственной политике, и в планах. И, конечно, когда в 70-х -70 годов установилась неолиберальная модель, что рынок все решит, все решит все проблемы сам, регулирование давайте уберем подальше, вот с этого момента Греция была, по сути, обречена на большой кризис. Тем более, что она была очень уязвима, поскольку, когда начался спад мировой экономики, то в первую очередь стали экономить и на туристических поездках тоже, не только на автомобилях, там каких-то других дорогих промышленных товаров. Это ударило по Греции. И моментально стал сдуваться этот пузырь на рынке недвижимости. И оказалось, что чрезмерной для страны является сфера услуг. То есть это вот эта вот ситуация, когда 60% трудоспособного населения занято в сфере торговли, каких-то там других. Ну, вот насчет торговли -то вы преувеличиваете. Ну, раз, различные сферы услуг. Цивилизованный ритейл в Греции чрезвычайно слабо развит. Да? Мы не, никогда в Греции не увидим огромных торговых молов. Мы не. То, то, что мы видим нет, в России. мы как раз в Греции. Нет, в, я считаю, что в Греции на сегодня. А крупная торговля развита гораздо больше, чем в России. В России процветает мелкая торговля. Это хорошо видно, например, по, по греческой сети детских игрушек. Вот в mm. России это такой вот, не знаю, VIP-товар, VIP да, то есть цены все завышены а фронтального наступления нет, магазинов, когда ты там можешь на маленькую сумму купить огромное количество товаров, тоже нет. А в Греции есть такая сеть, например, Джамба, которая просто, ну, в каком-то смысле является революционной. Если бы такие, такая компания была создана в России, она бы смела детский мир и все, все тому подобное. А в чем революционность этой идеи? А, ну, в том, чтобы не продавать мало за дорого, а в том, чтобы продавать много за дешево. И Но постоянно так... наращивать и пожирать части рынка, которые свободны. В России такие компании не существуют, не потому что не хотят, да? Uh -huh. Идея очень простая, да, это же сейчас вы не, не бином Ньютона, как бы. А Абсолютно. Дело в том, что в России с существующими арендными ставками компания не может позволить себе работать наоборот. У меня было несколько знакомых в ритейле, которые радостно приходили на рынок и говорили: Игорь, у нас маржа 1-2%. Не так вот, как в супермаркетах, где действительно социально значимые товары, там может быть и нулевая маржа, одна а остальном они зарабатывают. У нас, говорит, на все мы берем оборотом. А, я просто реально видел вот у всех этих компаний один и тот же паттерн. Они снимали небольшой офис где-нибудь в районе Тверской, а дальше этот магазин закрывался. Они, правда, не сдавались, уходили, брали магазинчик поменьше, подальше от центра. Ну вот последний раз видел уже, они в подвале на Остоженке сидят, да, одни из, одних своих знакомых. В России эта модель невоз, невозможна. Пока. — Да. — Пока невозможно. Да, — В возможно. рамках существующей неолиберальной парадигмы, как вы выражаете, в рамках существующего коррупционного режима. — Ну, я бы скорее скорее в рамках режима. национальных особенностей экономики и политической системы. — да? тут опять-таки можно говорить об э, роли государства. Если бы государство хотело, чтобы в России был доступный ритейл и нормальные цены, в общем, государство приложило бы к этому усилия, да? — Но это связано с тем, что наша модель, она построена на том, что... Экспорт, экспорт сырья и те деньги, которые оказываются у населения, стараются как бы изъять. Вернемся к Греции. Мне просто да. безумно интересно дальнейшее развитие событий. Тут не столько даже Греции. Значит, у нас есть несколько мин замедленного действия, несколько проховых бочек. Где-то не случился большой взрыв, но так так бункснуло слегка снизу, там, да, остались синяками в известном месте, где-то еще не бункнуло. Ну вот, Греция, Испания, Ирландия, Португалия. Можем назвать ряд э, стран более восточной Европы. Да, Венгрия, опять-таки, прибалтийские страны. Есть как бы, огромное количество мин замедленного действия. Есть долги, да, которые накопили. Кто попал в результате этих долгов? И как теперь экономика будет из этого выбираться? Что нужно делать государству или самим людям с экономикой, для того, чтобы страна и, и вообще Европейский союз из этого кризиса выбрался. Я специально сейчас просто тяну, потому что уже скоро выпуск новостей. Я его расширяю немножко. А для того, чтобы в выигрыше не только Германия с Францией, да, уже, видимо, только Германия, но и страны. Так, да, Италию я забыл упомянуть. Конечно, Италия один из самых больших. Ну, вот после выпуска новостей, тогда у вас будет Хорошо. возможность ответить. Ну, что ж, продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в студии у меня Василий Колташов, я Игорь Витель обсуждаем европейскую экономику. И так и сформулирую. — Единственное, что могут сделать сегодня вот эти слабые, больные, да, как это их называют, экономики в Европейском uh -huh. Союзе, Еврозоне, это чтобы спастись, да, они должны выходить из Евросоюза, они должны порывать с Евро, они должны искать самостоятельный путь и искать совершенно иной проект интеграции, потому что я не верю в то, что может быть изменен Европейский Союз как интеграционный проект, он слишком слишком завяз на связи капиталов, европейских капиталов с, с далекими рынками. В этом смысле Европа, Евросоюз сегодня похож на Италию 16 века, там, начало 16 века. Она самая развитая, но при, она, но при этом она очень слабо интегрирована недостаточной связи между собой, между территориями, между государствами там были Милан, Венеция, Флоренция, Гена, а скорее связи с внешними рынками. И это, например, проявилось даже в таком факте, как эмиссия евро, когда для производства евро использовался хлопок вовсе не европейского производства, а скорее хлопок египетский. Это известная да, и история, да. Да. Поэтому вот это вот такой вот элементарный пример. Что они могут сделать? Они должны, конечно, искать сближение, ну, я думаю, что со странами Восточной Европы. В первую очередь, ну, с Россией, безусловно. То есть для, для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы продать оливковое масло, для того, чтобы продать кому-то маслины, потому что, извините, здесь люди переплачивают огромные деньги за оливковое масло, которого нормального купить не так просто. Маслин нормальных тоже практически нет. Есть крайне низкокачественные, но ну, такие вот фабри... есть... фабрикаты, да, испанские маслины. Сейчас, одну секундочку, я просто вас, Василий, перебью, потому что с нами на связи по телефону Тимофей Бродачев, который буквально нам согласился между лекциями уделить несколько минут. Это директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Дабы разбавить нашу с вами риторику. А Тимофей? А, приветствую, Игорь. Добрый приветствую, день. Приветствую, Тимофей. А, вопрос, который мы обсуждаем с Василием, здесь просто, как теперь выбираться в Европе из того, что произошло. И главный вопрос, а, скорее уже от меня. Мы с вами много раз говорили на тему того, а, что случится с европейской экономикой. Я занимался алармизмом, вы были поспокойнее. Наш друг, <звы> Ой, это у вас что-то. Тимофей? Бац? И Тимофей отключился от нас. Видимо, ему не понравился вопрос. Пока дозваниваемся до Тимофея, продолжайте, Василий, да. да ну вот видите. Вот бывает. я по поводу. А что мешает э, Греции до этого мешало напрямую? А кто это будет делать? В Греции нет ни одной парламентской партии, кроме коммунистов, которые, по, которые на самом деле не хотят это делать. ни одной партии, которая бы, ну как кажется, них и не хотят. Да, не хотела бы в рамках вот этой вот системы, да, демократической системы старой буржуазной, как она называют, она. Э, взять и выйти из Евросоюза, списать долг. Так а зачем вы выходите ради сейчас вот Тимофей вернулся Тимофей? Да Игорь. Да, вот на каком месте вы перестали нас слышать? Я, Я перестал на вашем вопросе. Вот. И вопрос, мы с вами вот много раз беседовали, это второй уже вопрос о состоянии европейской экономики. Я занимался алармизмом, нет, это ничего неприличного, да. Вы как бы были поспокойнее, наш друг Афонцев был совсем настроен меланхоличный говорил, что ничего страшного. Но в принципе, алло, алло, Тимофей, Тимофей, мне кажется, Тимофей какие-то сообщения в центр передает. Еще раз попытаемся, да, продолжаем. Что Зачем ради того, чтобы торговать э, напрямую оливками или оливковым но есть маслом? Есть же множество соглашений, которые связывают по рукам и ногам местных производителей. Есть корпоративный сговор, который, может быть, не нам не, не виден, но который, собственно, и обеспечивает то, что у нас вместо о качественных греческих продуктов есть не очень качественные испанские продукты. Чем вам испанские это продукты не нравятся? — Ну, если вы попробуете мы сейчас... сравнить, давайте, я сравнить я... маслины, вы убедитесь, я... что я... одни маслины имеют вкус маслины, другие имеют э, вкус маш... машинного какого-то непонятного продукта. — Но То это есть... уже на вкус и цвет товарищи Но... нет. Но неважно. Тем как как менее... Испании тем не менее, не мешает поставлять сюда продукты. И Греции не мешает поставлять. — В Греции совершенно другая система организации сельского хозяйства. — Хорошо. Тогда объясните мне. Вот у меня там один из важных вопросов, который я постоянно с, с ним за всех дерусь. Вот на той конференции мы чуть по главе за него не дали. Я утверждал, что будущее за серьезной интеграции там, российский Проект, он должен развернуться в сторону Сербии, Черногории с причинением других балканских стран. У российского интеграционного проекта есть большое будущее, сейчас не в том по... числе и в южной Европе. Я не про, не про это. Кто-то говорит, что в, это, в рамках этого проекта говорил, что нужно пусть сербы, конечно, должны активнее торговать с Россией сельской продукцией. Что мешает сербу Сербы не в Евросоюзе пока еще. Что мешает торговать сейчас с Россией? Да, то, что сами не очень понимают, что Греции мешает торговать. Но давайте, ребята, интегрируйтесь. Ну, клубника, например, греческая в Россию поставляется. Но проблема же проблема Про... развития этим не решается. Необходимо иметь устойчивые связи, необходимо иметь общий проект развития. А Евросоюз, извините, это общий проект. Общий так проект, в только развитие не получается. В рамках этого Евросоюза уже не Греция не нужна Евросоюзу, не Евросоюз. Греция. Нет, Греция нужна Европейскому Союзу. Греция, для Испания, чего? Потому, ну как что? Они обеспечивают государственную ренту для финансового капитала. Поэтому они свои функции выполняют. Они уже свои функции от выполняли про Грецию сейчас. Испанию, Сатали, Греция кажется, не, не обанкротилась, не обвалилась. Она справляется ну, со своими да, задачами, слушай. которые на Ев Ев Европейский союз и возложил. Василий, вы меня поражаете. Вот я всегда привожу... Можно я приду пару аналогий? Да, одну я привожу всегда с бардачом да. мы ее уже многократно к сожалению так не присоединился к нам обсуждали а вы должны мне денег да условно говоря ну я вместо того, чтобы как-то с вами реструктурировать долг, продолжаю вам давать деньги, чтобы вы как-то мне их э, из моих же денег и возвращали. При этом вы не разорились, вы как-то существуете. Мне не выгодно там вас убивать, мне не выгодно с вами что-то делать. Зачем мне это, если сесть и посчитать? Зачем мне кормить людей, которые проедают мои деньги? Одно дело, если бы хорошо, на часть этих денег вы у меня какие-то товары покупали, как говорили. Да, проект Европейского союза был, чтобы заставить капитал работать, товары двигаться, рынки сбыта. Открыты. Допустим. Допустим, ну в принципе мне это зачем сделать. Аналогия вторая. В рамках вот этого нашего с вами соглашения, да, представьте себе, что я Германия в игре, или наоборот, давайте я Греция буду. Я зачем-то вот в соглашении с вами вот у меня квартира, да, там три комнаты, естественно, туалет, ванна. Я зачем-то ради каких-то мифических интересов, например, ради шикарного ремонта в кухне, зачем-то э, согласился убрать из своей квартиры туалет. Теперь мне приходится в туалет ходить к вам. Когда вы мне запрещаете ходить в туалет? Я могу, например, там, в туалет или в ванну попытаться договориться с соседом под названием Россия. Да? Ну, теоретически. Но на короткий срок и не в рамках интеграционного проекта. Мы не, не говорим, что туалет у нас общий. Правильно? Что делать в такой ситуации? Как мне вернуть себе туалет? Как мне вернуть себе ванну? Как вернуть другие коммуникации? Весь ЖКХ, который я ничего уничтожу. не собирается возвращать. Во-вторых, в вашей первой схеме было упрощение. Вы Несколько не, не, неправильно все изложили. Да? Давайте. Смотрите, смотрите, да? Ради допустим, я согласен. Я тоже предельно упрощенно. Германия, допустим, дает Греции 10 миллиардов евро, uh -huh. а взамен она получает не 10, не те же самые 10 миллиардов евро, она получает 20 миллиардов евро, плюс уступки для немецких инвесторов, плюс различные проекты, в том числе в, в сфере платных дорог и так далее. То есть, она получает: а, выигрыши для немецкого капитала косвенные, б. Прямые. Немедленные выигрыши в виде денег. То есть, а греческое правительство оно просто обеспечивает получение этих средств и предоставление этих услуг. Отлично. Но в вот какой-то момент. работает система? И она работает так до какого-то момента. Пока да. греки могут обслуживать условные греки, могут обслуживать этот условный немецкий кредит. В какой-то момент греки перестают обслуживать этот кредит, потому что у них нет денег. Да? Проект оказывается для них менее выгодным говорит: знаешь, что, брателло, у меня нет 10 миллиардов и вы говорите, ну хорошо, давай я тебе дам еще 20, ты попытаешься свою экономику как-то привести в чувство, да? Ну, я предельно упрощаю. Но План так оно... приведения экономики в чувство есть, и в Греции он реализуется. План этот очень простой максимально удешевить цену рабочей силы, то есть снизить цену рабочей силы. И в Греции этот процесс идет очень быстро. Причем умысел здесь двоякий. Да? С одной стороны, удешевить рабочие силы в странах юга, с другой стороны, таким образом повлиять и на север и добиться общего снижения цены рабочей силы в рамках еврозоны. Это все делается. Проблема в том, что это никак не приводит ни к притоку инвестиций, ни к какому-то экономическому оживлению. Хотя, если мы возьмем Грецию, то правительство, у него уже есть традиция на год через год назначать экономический бум. Тогда, объясните мне, это 30%, если как бы происходит рамка удешевления рабочей силы, как бы люди работают, но теперь меньше получают. Как вы объясните 12-процентную безработицу? И, кстати, тут два вопроса к вам от нашего постоянного радиослушателя. Вопрос первый. Уточните, пожалуйста, у Гостера работают ли гастарбайтеры из Юго-Восточной Азии в сельском хозяйстве Греции? И вопрос номер два. На Юге Греции 20 человек, это вот просто... Новость нам присылает, это Тартаса, свыше 20 человек получили ранения после попытки силового прекращения трудового конфликта. Как-то это вот не укладывается в ваши такое... Но дело в том, что не, пол, свыше 30 человек получили ранения в результате расстрела этих людей, менеджментов на клубничной плантации Пелопонес. Это в основном да, были бангладешцы, это... конечно, работают. В сельском хозяйстве очень много работников как раз из Индии, из Пакистана, из Бангладеш, из таких стран. Во! Да, и да. тут возникает вопрос. Нет, я, я приказ. Да. что в Греции и в Италии я вижу Бангладеш на каждом углу. У меня да. вопрос. Значит, у людей, как бы: э, за счет чего происходит удешевление рабочей силы, за счет привлечения еще более нищих гастарбайтеров В том числе и таким образом. В том числе и таким образом. То есть гастарборизация, как у нас, таджикизация всей страны происходит, когда завозят гастарбайтеров, держат их на арабских условиях, за счет этого, хоть как-то, вместо того, чтобы повышать производительность труда, снижают стоимость рабочей силы. Я правильно понимаю? Ну, есть большая пропасть между уровнем квалификации рабочих из Восточной Европы, иммигрантов, например, угу. и рабочих из Азии. Угу. Дело в том, что рабочие из Азии, они, как раз, допустим, даже в строительном секторе не могут быть очень часто применены, поскольку у них недостаточный уровень и квалификации, и грамотности, и там места до кризиса, да, угу. так это было. За Занимали, в основном восточные европейцы. А в сфере услуг то же самое. Но в сельском хозяйстве они как раз находили массовое применение или в качестве грузчиков, то есть в каких-то таких работах, не требующих особых даже там минимальных интеллектуальных усилий. При этом, кстати говоря, им далеко не обязательно платили. И эти события на Пелопоннесе, когда 30 человек вот недавно были госпитализированы, они произошли в результате того, что людям не платили зарплату Шесть более 6 месяцев. Шести да. месяцев да. Это... И это не какой-то частный случай, как сейчас пытаются там греческие власти изобразить, это, в общем, общее место. И тут ничего нельзя ска сказать, кроме того, что это очень похоже на обычную ситуацию в Третьем мире или, там, скажем, на Бразилию начала 20 века. Ну, в общем, ситуация это печальная. Я не очень понимаю, да. как собираются Греция, хотя вот мы с вами все, все в Грецию упираемся, но, видимо, нам она обоим близка. А как она собирается из нее выходить? Насчет того, что как бы... За счет чуда. Гре... За счет чуда. За счет того, это что кто-то где-то а, вне Греции решит проблемы и начнется новый период экономического подъема. Больше За счет никаких кланов. новый технологический уклад, шестой? Что нет, что никакой может... технолог... Просто все вернется, как было. Да, тут вы говорите, что на таком уровне, на уровне каких-то мельчайших усложнений, даже там очень маленьких, никто ничего не, не пытается понять. Все просто ждут. Слушайте, ну это было написано в советском фильме Обыкновенное чудо. Говорит, не я виноват а дедушка мой сволочь, который, когда при нем душили бабушку, сидел и говорил: погоди, еще, может, и обойдется. То есть сейчас греки находятся, Европа находится в положении э, ситуации, как бы, погоди, еще может и обойдется. А вдруг придет кто-нибудь и бабушку спасет. Европа вообще ждет, что проблема решится, решат Соединенные Штаты. Правда, за последнее время произошло. Зачем Соединенным Штатам спасать? Нет, проблема мировой экономики, они решат. США выйдут из кризиса. Потому что с, с 1870-х годов США кризис начинали, кризис заканчивали. То есть американская экономия. Экономика да, может, первая падала, посмотреть. первая вставала. Подождите, но я не очень понимаю, но... как США сейчас, даже если они выйдут из кризиса, где новые рынки сбыта, где новые рынки капитала, куда расширяться-то дальше? У нас же товарищ Маркс учил разделение труда... Нет, у зап... США есть все условия для того, чтобы первыми справиться с кризисом. Другое дело, что это не будет никаким спасением ни для Европы, ни для России, вот ни для я, Китая. Вот я об этом говорю. Это Нет. долбанет по ним очень сильно. А да. не, почему именно, именно к Китаю? Может быть, Китай это и вытащит? Раньше а вот можем... Китай, кстати говоря, пров... я считаю, что провалил полностью все надежды, Китай попытался вот так достаточно вульгарно заменить Соединенные Штаты в роли локомотива мировой экономики, то есть той самой экономики, где кризис начинается и где кризис заканчивается. И Китай разогнал свою экономику, стабилизировал в значительной мере, помог стабилизации кризиса или стабилизации вообще всей мировой экономики, положительно, очень, очень положительно повлиял на Россию, но при этом продемонстрировал, что никакого решения проблем, никакого устранения причин кризиса здесь не произошло. И наоборот, мы видим, что Китай все более и более надрывается, и темпы роста снижаются, и Китай ищет пути для того, чтобы как-то не, не упасть слишком больно. Но ну, опять-таки не Китаем а единым это же и существует. Еще точки роста вполне может, могут и другие страны. У нас есть огромная точка роста в лице Индии, Бразилия опять-таки. А еще часть Юго-Восточной Азии, ну тоже после выпуска новостей, если не возражаю. Ну что ж, возвращаемся в студию, где мы с Василием Колташовым, руководителем Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, решаем европейские проблемы. Если есть желание позвонить, 6510 девять, код города 495 или на странице Финам. FM, на странице нашей программы. Василий. А вот мы с вами пока ш шел выпуск, пришли к дыму заключению, так у нас за кулисами осталось. что выгодно в конечный выгодополучатель Северной Европы, в частности Германия, да? Вас в первую очередь Германия. Так зачем а, странам, которые попали в это тяжелое положение, а, становиться вот под такой все, всеевропейский рейх? Может быть, народное восстание спасет положение? Под руководством той же России нам тоже вовсе не нужна, не нужна крепкая Германия под боком. Ну, будем надеяться, что так и случится, но пока что... А, дело сводится к местным протестам и к тому, что Ангели Меркель на карикатурах подрисовывает свастику. Усы, да, это я видел. Да. да. Но объясните мне, пожалуйста, протесты тоже, вот насколько бы марксистом в душе я не был, я понимаю прекрасно, ребят, вы позволили Зайти в ситуацию сами. Вы, вот люди, которые сейчас выходят вместе со своим правительством. Вы же молчали, когда вам было хорошо? Нет, они не молчали. Или те, нет? которые выходят, те как раз не молчали. Да а ладно? те, которые молчали, они молчат и да теперь. Да. На, самом Это де... как раз На самом деле, протест. во время роста экономики и в Германии, и в Испании в, в, в Греции, простите, и в Испании, и в других странах, а эти люди прекрасно себя чувствовали Что греки себя плохо чувствовали Когда получали пенсии не с, Абсолютно несоразмеримые С э, возможностями экономики Или испанские рабочие занятые в строительном секторе Как-то плохо Я жили Я напомню, что в Греции система страхования И те пенсии, которые люди получали Они напрямую зависели от того как они, сколько они зарабатывали, да, и поэтому в Греции так резко могут отличаться песни Пенсии могли отличаться, сейчас их срезают крупные. То есть пенсии могли Значит, быть там и 400 евро, не, не, и 4000 евро. Мне нравится, посмотрим на испанских рабочих. Испанские рабочие, которые прекрасно себя чувствовали во время строительного бума, и связанные с ними отрасли. И ничего, плохо себя жили, а вот сейчас они выходят на демонстрации и говорят: не-не-не-не-не, ребята, никаких срезаний, никаких austerity measures, то, что называется. Не надо ничего срезать. Меркель фашистка, гитлеровские усы, свастика и так далее. Не хотим идти на поводу Евросоюза. так ребят подождите подождите эти самые рабочие они, они предъявляют конкретные претензии в том Правильно. числе и в испании они говорят извините мы работали обеспечили вам прибыль а теперь когда рынок ушел вниз вы с нас же хотите еще взять дополнительно новые налоги ну, например в греции есть налог на безработных может быть вы не в курсе но я не в курсе но если меня. в германии безработный человек который получает там маленькую зарплату получает субсидию то в греции на него полагается нет, налог хорошо. Это порядка там 300, мы обеспечили евро вам прибыль но ну и мы получали вы нам обеспечили занятость там мы обеспечивали прибыль но в конце концов, это не времена дикого капитализма. В Испании было достаточно гармонично развитое общество. Да, действительно, и правительство создавало оно, новые... Знаете, оно гармонично деградировало с 80-х годов, если мы там будем ну, до можно... конца... слушайте, честное... ну можно посмотреть, например, например, Барселона, которая, наоборот, не деградировала, а расцвела. Благодаря чему это уже второй Барселона расцвела еще в 18 веке. Каталония всегда После была чего развита. она свалилась... Ну, давайте не будем спорить о судьбе Барселоны. Вот тут мы можем и подраться, да? И Барселону, кстати, очень сильно двинула, в отличие от других стран. Это один из немногих примеров. Барселону Олимпиада в свое время двинула, да? И многие открыли для себя Барселону, действительно город расцвел. Дело не в этом. Дело в том, что эти люди не то чтобы были слишком счастливы, но вполне их устраивало положение вещей. Они получали приличную зарплату. Они вполне были довольны положением вещей. А сейчас они выходят на улицу и говорят «Не-не-не, мы не готовы нести никакие расходы». Сладкую А я почему бы... они должны нести расходы, когда у них просто вообще нет денег? А откуда правительство возьмет деньги? Вот пусть оно возьмет деньги с финансового Где? капитала. Не будет обеспечивать ему бесконечные выплаты процентов, 100. спишет долг. Да? Согласен. Да, да? Согласен. вот пусть оно ищет решение с... там. И именно люди пытаются объяснить именно это. Такова их позиция на сегодня. Люди не пытаются ничего объяснить. Но вы знаете, Нет. вот среди людей, выходящих на улицу, при всей моей любви к ним, я сам однажды чуть ли не демонстрацию возглавил, распивая знаменитую песню каталонского сопротивления Стака, которую у нас переделали теперь. Если вы давай разрушим эту тюрьму. Помните, это был гимн еще польского сопротивления. Я всем сердцем с ними, но я прекрасно понимаю, что среди миллионов людей, выходящих на улицы в Испании. Наверное, мало людей, которые действительно понимают экономические причины превосходящего. Они мыслят в более простых и более понятных и принятых категориях. Да? Им хочется, чтобы у них дети были сыты, я их прекрасно понимаю. И я всей душой с ними. Но давайте подумаем, как выходить из этой ситуации. Понимаете, проблема, на мой взгляд, заключается еще в том, что э, у власти во всех странах оказались люди, не способными справиться с кризисом. Ну, немножко есть предел компетенции. Вы да? обратили внимание, что именно во всех странах Да. это, это... это общее место. Да, 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 да. А в Европе, если мы посмотрим на там, скажем, Еврокомиссию, на Европейский центральный банк, то мы увидим, что их политика стоит в том, что чтобы, в общем, как-то все законсервировать в нынешнем виде и ничего, никаких проблем в сущности, не решать. Единственное, что оказывать помощь банкам там, где это будет возможно Правильно. и по возможности не за свой счет. Вот, кстати, опять-таки нам ну. пишет э, радиослушатели: ждем ли мы новых Гитлера и Франка через? Ну я бы не ставил знак равенства между Гитлером и Франком, но надеюсь, что не ждем. По крайней мере в Каталонии но еще одного тем Франка не менее не потерь. угроза существует, угроза прихода к власти крайне правых в Евросоюзе существует в ряде стран. И ну это... в Венгрии уже практически. Да. А Вы... другое дело, что они никаких проблем, я полагаю, не решат. Но тут, видимо, наш радиослушатели боится, что они там концентрационные, лагеря, расстрелы. Ну, пока что их экономический план сводится к тому, чтобы любыми средствами заставить местное население работать еще за меньшие деньги, чем им предлагает нынешняя вот либерально-демократическая правительство. И убрать трудовых мигрантов, которые и отнимают не, работу. Не, убер, не убрать трудовых мигрантов, а убрать профсоюзы и трудовые договора. Зачем им убирать трудовых мигрантов? Ну, как зачем убирать трудов именно трудовые? мигранты отнимают Чтобы рабочие по... места. Ну, так а крайне правом нет до этого никакого дела. Они решают другие задачи. Они решают задачу, как а взять жестко под контроль местную рабочую силу, неважно из кого она состоит. И а поставить... за счет чего на ваш взгляд, кстати, Гитлер вытащил Германию ну, ну, гит... Гитлер Германии. не вытащил на самом деле Германию. Германия к началу Второй мировой войны подошла с серьезными проблемами, в том числе инфляционными. Ну, да, Гитлера... но, тем не менее, извините, а... если мы будем брать. Э... У Гитлера Германию... не было ресурса для того, чтобы обеспечить Германии долговременный рост. Он мог только за счет каких-то инфляционных механизмов подготовить страну к войне максимально быстро и вернуть, постараться вернуть колонии, что, собственно, Германия и. Выполнила момент, когда Франция капитулировала. То есть uh -huh. капитуляция Франции казалась, как казалось, фашистской Германии открывала ей путь во французские колонии, в Африку, в Индокитай, но тут англичане сказали: нет. Uh -huh. Поэтому война приняла другой. То есть, вы не оборот. считаете, что крайне правые способны? Абсолютно uh -huh. нет, крайне правые не способны решить этих проблем, и более того, они не будут их решать. Но что касается современной Европы, то у нас есть определенная аналогия с, скажем, Великой Депрессией, когда в США был план Рузвельта. Uh -huh. А в Европе был совершенно другой план. То есть Англия и Франция боролись с кризисом за счет давления на колонии. То mm -hmm. есть Европейский Союз, он примерно таким же образом и действует. Когда он усиливает нажим на то, что можно в кавычках назвать колониями, то есть, грубо говоря, да, зависимые Грецию, от Германии да. страны, Грецию в том числе, и пытается максимум получить еще из периферийных экономик, где сильны позиции европейского капитала. Я думаю, пора все-таки на Марс лететь. Зря мы космические программы как-то за это время сильно потеряли, потому что, как, как нас Маркс учил, можно расширяться только до предела Вселенной, Вселенной разделения. А может быть, пора подумать о развитии социальной сферы, о том, чтобы иметь больше учителей, больше воспитателей, больше врачей а деньги, и больше вот, им платить. Той, опять, об этом надо было надо думать тогда, когда мы... Россия еще может об этом подумать, понимаете, потому что мы еще пока находимся не в самой глубокой точке кризиса, да, мы еще пока что наверху. А весь остальной мир, хотя вот та же Европа, уже не имеет возможности. И вот буквально там вчера или позавчера в этой же студии мы беседовали э, с вашим коллегой и сцепились из Оланда. Да, ну, я всей душой, наверное, социалистами. Правда, а это не те социалисты, но Б... Правда, как бы... они не социалисты. Да, но тем не менее социальные реформы в ситуации, когда ты находишься уже практически в нижней точке своего кризиса, это не самое приятное, знаете, денег тебе никто на это не да, Вообще, Алант достаточно профессионально разыграл партию. То есть он вполне умело провалил надежды своих избирателей. Естественно. Он хорошо продумал этот ход с налогом, который должен был провалиться, и на самом деле никаких проблем бы во Франции не решил. Это с одной стороны. С другой стороны, он следует всем рецептам Евросоюза и подписал соответствующие соглашения, и Франция будет идти путем жесткой экономии. Ну, единственное, что пока Ланд не распространяет сильно ее на социальную сферу, потому что он боится, что французы взорвутся. Но, тем не менее, это тот же самый рецепт, который применялся и в Греции, и в Португалии, и в Испании, и в Италии сейчас применяется. Поэтому... Я к тому, что мы с вами говорим, что нужно создавать новые рынки, нужно создавать там социальную сферу, развивать учителей, врачей, я полностью согласен. Да, нужно только... Только проблема новый уже как бы, проект. Немножко поздно, бабушка-то уже не дышит. Нет, да? ну как раз та, та бабушка, которая должна не дышать, она и не дышит. Да? А новая бабушка, да? она еще, собственно, не появилась. То есть вы считаете, что не поздно создавать новый уклад в рамках той А Я считаю, что как раз мы приближаемся к тому моменту, когда это впервые будет возможно за последние десятилетия. Угу. И мы приближаемся благодаря кризису, потому что без него этот вопрос вообще не был бы поднят и не обсуждался бы. Всерьез. И всерьез бы никто не говорил о какой-то интеграции в Восточной Европе. Ну зачем? Да, все продают куда-то товары на мировой рынок. Зачем еще объединяться друг с другом? Между, между собой связи слабые, выгоды от торговых сделок небольшие, а вот поставки, там, скажем, в Евросоюз, они крупные. Uh -huh. Или в Соединенные Штаты, или в Китай. Да, вот. Ситуация меняется, рушатся прежние связи с мировым рынком, будут рушиться, да? Сейчас они просто ослабляются, а снижается норма, норма прибыли, например, от поставок российского металла, нефти, газа. Норма прибыли снижается, значит, причем весьма сильно. А вплоть... Новая энергетическая революция Россию может вообще оставить с неприкрытым задом. — Новая энергетическая революция Россию вытянет. Потому что как только ее совершат Соединенные Штаты, а видно уже, что они обплотную работу с Россией, который а, со своим холодным, в кавычках, холодным ядерным ситнесом на самом деле холодная трансмутация ядер, сидит уже во Флориде, и занимается установками, которые должны пойти в производство в США. Ну, в России есть аналогичная школа. И, конечно, это какое-то противоядие против тех рецептов, которые применят США. Как только они по... в рамках тех мечтаний, которые окнутся. Собственно, есть среди экономистов из окружения Обамы произведут реиндустриализацию экономики на новой энергетической и технологической базе. То есть усилят элемент робото робототехники, повысят автоматизацию. Ну, конечно, это будут удары по Китаю, где эти огромные мануфактуры с сотнями тысяч рабочих, и по России, которая завязана на сырьевой экспорт. Но тем не менее, в отличие от Китая, у России есть советское наследие, есть школы научные, которые сейчас забыты, забиты, но к ним можно обратиться. Да, это противоядие. Они дадут технологии без всяких сколков, они дадут настоящие технологические решения. Вы уверены в этом? Да, я абсолютно в этом уверен. Потому что э, я потому что говорю... я знаю людей. Я когда говорю об энергетической революции, я еще имею в виду, э, допустим, новые технологии ну, гидроразрыв пласта, гидрат метана, э, Сколков... простите, ради бога, э, шел газ. Э, помогите мне, пожалуйста, у меня вдруг выскочил. Газ, как у нас новые технологии, это называется? Сланцевый. сланцевый это... газ. Да, я Нет, сланцевый газ выскажу. это как раз о, не, совсем не то. Готов, газ. готов спорить об этом. Сланцевая нефть, существует э, фрекинг и так далее, глубокое бурение горизонтальное бурение в смысле. А существует, по крайней Это не эволюция речь... старых технологий. Они не дадут но, тем не менее, может... десятки в сотни, ну, то есть десятки но, тем процентов не менее, они могут извините, мира. изменить энергетическую картину мира, и в результате Россия может оказаться не удел. Раз... Я думаю, что это нам как раз меньше всего угрожает. Василий, мне кажется, мы сейчас с вами сделали задел для очередной передачи, потому что вот про энергетическую революцию с вашей точки зрения я бы с удовольствием вас приглашаю поговорить. Как мы как раз сделали аналитический доклад на эту тему. Да. На днях, ну, напомню, что в студии у меня был Василий Колташов, руководитель центра Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Мы несколько сумбурно, к сожалению, по моей вине обсуждали судьбу европейской экономики. Напомню, что завтра в то же время. До свидания.